Всем привет! Мы продолжаем тему обзор мотокосс бюджетного класса. Сегодня я хочу вам рассказать о мотокоссе Кальтман модель КТ-4400 с объемом двигателя 52 сантиметра кубических. Итак, как всегда, начинаем с комплектации. Как видите, мотокосса с комплектацией лежит в картонной коробке и отдельно упакован ведущий вал. Полуавтоматическая косильная головка с леской. Здесь примерно запас лески около 8 метров. Верхний редуктор разборного типа. Держатели для ремня. Монтажный инструмент. Крепление защитного кожуха. Отсекатель для лески. И монтажные болты. Емкость для топливной смеси. Ручка левая. Защитный кожух. Держатель руля, обратите внимание, он здесь такой усиленный с резиновым амортизатором, чтобы передавалась меньше вибрация через вот этот держатель от штанги. Ремень. Здесь он рюкзачного типа. Две шлейки и защита на бедро. Нижний конический редуктор. На 9 шлицов и под трубу 28 мм. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Сама мотокоса. Ручкой управления. В комплекте также три ножа. Сейчас я вам покажу более детально, какие. Нож восьмизубый. Нож с твердосплавными напайками, 40-зубой. И нож 3-зубой. Также мягкая накладка на рукоятку. И сам ведущий вал. Ведущий вал цельнометаллический на 9 шлицов. Труба стоит чуть толще, чем у стандартных мотокосс. Здесь она 28 мм. Напомню, что у похожих моделей они, как правило, 26 мм. По заявлениям производителя, кратко вам прочитаю технические характеристики. Объем топливного бака 1,2 литра,
максимальный диаметр режущего ножа 25,4 сантиметра, диаметр триммера 415 миллиметров. Я не понимаю, что это за характеристика лично. Объем движка 52 сантиметра кубических, модель двигателя двухтактный и максимальные обороты двигателя 8900 оборотов в минуту. Хочу напомнить, что в таких моделях не всегда мощность и технические характеристики соответствуют реальным. Теперь по конструкции. Доступ к воздушному фильтру бесключевой, это удобно. Воздушный фильтр выглядит вот так, вот он двойной. Сначала идет сеточка металлическая, а потом поролоновый элемент воздушного фильтра. На ручке управления расположена кнопка старт-стоп, курок газа цельнолитой с предохранителем и с фиксатором. В таком положении мотокоса будет работать на полном газу непрерывно. Муфта сцепления сделана хорошо. Они бывают силуминовые, но здесь мы видим, она идет полностью металлическая, как бы более лучший вариант, чем бывает на такого плана мотокосах. Бензобак полностью защищен, это хорошо, потому что тоже не на всех мотокосах этого класса бывают такие защиты. Глушитель прикрыт пластмассовой крышкой. По стартеру. Стартер, в принципе, такой же, как на большинстве мотокос данного типа. И здесь, правда, он немножко улучшен, потому что он имеет плавный запуск. Вот такой быстрый обзор мотокосы Кальтман, модель КТ-4400. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски, новые видео, новые обзоры.